Добрый день! Это видео про одно случайное допущение или совпадение, или размышление о том, насколько далеко планируются многие мероприятия. Но мы будем считать, что это просто такое совпадение. Ну и плюс, как можно было обыграть 31-ю статью Конституции просто на основании данного указа. Я думаю, название видно, как оно называется, где оно взято, тоже я думаю, что вот оно, видите, да? Где оно взято. На сайт можете зайти, ссылку. Ну, короче, номер есть, если что, всегда найдете. Да, ну так вот, в Конституции есть там про такая 31-я статья Конституции. И вот это где-то то самое начало, как эту статью обходили. Поэтому, когда вам рассказывает кто-то там о том, что все было тихо, мирно и законно, смотрим этот указ. И идем к 11 пункту данного документа. Ну а как вы его понимаете, напишите в комментариях. А я его просто зачитаю, но кому надо, тот сам его может зачитать. Установить, что в субъектах Российской Федерации, на территории которых вводятся усиленные меры безопасности, собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, не связанные с проведением Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу в период с 1 июня по 12 июля 2017 и в период с 25 мая по 25 июля 2018 года могут проводиться в местах и или по маршрутам движения участников публичного мероприятия с количеством участников и во временной интервал, который определяется органами исполнительной власти таких субъектов Российской Федерации или соответствующими органами местного самоуправления по согласованию с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами безопасности. Собственно, данное видео записывается для того, чтобы, когда вам по телевизору показывают там Францию, которая выходит там, да, ну, они выходят, там чемпионата мира не случилось, указов таких не было, ну, а здесь было такое совершенно случайное совпадение. Падение. Ну и я думаю, что многие уже и забыли, что это произошло. Ну, после того, как несколько раз обещалось о том, что пока президент не будет пенсионной реформы, тра-та-та. Ну а там только срок сменился. Ну, я думаю, что пока этого достаточно, что есть документ, который по случайному совпадению был так своевременно и заранее подписан или издан. Я даже не знаю. Указ же, наверное, издается.